Пам-пам, с вами Ирина. И пиздёж сегодня будет о жабке. Легендарной игре, которая, конечно же, никого еще не заебала. Многие любят ее намного больше первой части. С какого такого хуя? Но об этом потом. Игра вышла в 1993 году, что пиздец как заметно. Графон на пределе технических возможностей NES. Геймплей избавился от архаизмов. Наверное, это лучшая игра 93 года. А вот и нихуя! Лучшая игра 93 года по версии Nintendo Power это RC Pro M2. А Battletoads and Double Dragon, Утиные истории 2 и Mega Man 5 это всего лишь второе место. Над созданием Жабки-дракона работала Rare. И пиздец как неожиданно, но здесь тоже движок с первой части Battletoads. Здесь наконец завезли кооп на двоих игроков. Помните меню с первой части с выбором 1 или 2 игрока? Не помните? Значит, коопа там не было. Что до сюжета, то здесь все охуеть как сложно, если вы не знакомы с первой жабкой. И играми о двойных драконах дохуя чего будет непонятно. Но, впрочем, всем похуй на сюжет. Сильно очень, блядь, сильно. Практически все ждали врагов с двойного дракона в ремейке жабки 2019 года. Сука, повторяю еще раз, все ждали врагов из другой игры. И никто не заметил это. Кроме меня, конечно, я ж богиня. С какого хуя все любят эту часть? А все просто. Охуенный саундтрек, на который все дрочат. Хотя, возможно, фишка в сложности в сравнении с оригинальным Battletoads, блять. Battletoads and Double Dragon — игра для ёбаных раков. Разъебаться об стену в местном турбо-тоннеле нереально. Да и здесь нет ебучего микс-апа жанров. Точнее, он есть, но основной геймплей это beat'em up. Рядовые враги лохи, конченые, боссы могут доставить проблем, только пока вы не выучите их паттерны. Чего охуеть как изи. Они предсказуемые, что пиздец. Окей, кончить ёбаную шлюху темную королеву без урона. Нихуя не так просто, как кажется. Многие мои знакомые пытались и получили пизды. Если вам тоже Battletoads and Double Dragon кажется пиздец какой легкой, можете попробовать повторить этот кринж. Есть на игру ебаные хаки, где можно играть втроем и на ходу менять персов. Впрочем, это уже совсем другая история, ну, вы поняли нахуй. Всем пока!